Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложная будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле. Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. Рада тебя снова видеть. Ну что, очередная гонка? Вторая из четырех, я надеюсь. К бездорожью готов? Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искореженного металла. Скукота. Говоришь, не просто будет? Это пустоши, детка. Тут власти нет, и можно все. У тебя будет полно работы. У тебя тоже. Ошибешься, и будем как перекати-поле весом в 4 тонны. Не ошибусь. Ладно, не хочу на солнце плавиться, подожду в машине. Давай. Ну что, мужики, максимум безумия? Я уж думал, ты опять меня кинешь. Классный штурман. Так-то да, он вообще не затыкается. С ним невозможно лезть. Он меня отвлекает. Я в повороты не вписываюсь. Дамы и господа, пристегните ремни, поправьте штанишки и прогревайте движки! На всякий случай. Через 30 секунд стартуем! Эй, ты! Не обращай внимания, Луиджи любит поиграть на нервах. Да, что такое? Просто хотел удачи пожелать! Спасибо. Держись, Клэр. Лошади сзади, получишь копыт.
остается Ви и Клэр! Ви, мы молодцы, мы выиграли! Тяжко пришлось. Гони к финишной линии. Да блин, ну как так-то? Что про меня скажешь? Неуверенно режешь повороты и оттормаживаешься на прямых. Но это так, придирки. Еще не жалеешь, что пустила меня за руль? Пока нет. Прежний твой пилот был лучше, чем я? Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Извини за вопрос, но как он погиб? Ну а как вообще гибнут гонщики? В прошлом году мы дошли до финала, хорошо шли, впереди всех. А потом... Ладно, давай не будем об этом. Да. Подвести до моего гаража? Давай, спасибо. Ну, поехали.